Коротко сказать, это лучший мужчина в твоей жизни. Ты лучший мужчина в моей жизни? Ты меня уже потрогал, и остальное за деньги. Ну правда, нет, смотри, а что, неужели непонятно или что? А почему ты лучший мужчина? А почему, смотри, но тут либо, как ты говоришь, ёкнуло, либо нет. Потому что если я начну доказывать, у меня, знаешь, какой механизм сработает? Я как бы сейчас реально смогу объяснить тебе прям тотально, что ты скажешь, ебать. Вот я хочу такого. И сама сделаешь. Я хочу. Нет, смотри, но у меня есть, короче... Хочу. Ты меня уже трогаешь. У меня есть такие тараканы, что после того, как я это сделаю, я подумаю, что в данной ситуации я был вынужден доказывать тебе, что я типа клевый, а в моих правилах... Ну, как бы такое, знаешь, есть позиция сверху, когда мужчина предлагает, но не доказывает, не убеждает, что вот надо, да, то есть и это будет не коррелировать с позицией сверху, понимаешь, я человек очень принципиальный, я от этого лечусь, конечно, потому что, в принципе, они мешают жить. Вот. Я люблю, когда мужчина прям доказывает свою позицию. Не, это нездоровые люди, понимаешь, как бы человек должен быть гибким, это факт, и я сейчас на самом деле прям вот над этим работаю, и, ну, мужчина все равно сделает свое дело, если честно. Он, как говорится, знаешь, в какой-то момент, я не буду ничего делать, он возьмет тебя за волосы и отшлепает тебя по жопе и так далее. Но просто, говорю, я не хочу доказывать. Я сейчас предлагаю сделать тебе, не делать тебе тотальную ошибку в своей жизни. То есть... Или что это, типа, ты перед подругой решила, короче, что, а вот я не дам. Да нет, на самом деле, почему нет? Сейчас, погоди секунду, это важно. Сейчас, я сейчас верну ее. Шахматная доска. Смотри. Да. А что ты выпендриваешься? Ну, ты реально такая, клевая. Ну, я такая. Поэтому слушай, но ты, кстати, это пахнешь хорошо вообще. Я это мог это сделать сразу, на самом деле, и я тот еще бесцеремонный, там, наглый рыжий тип. Но тут какая история, что я решил сегодня быть добрым и там, типа, так сказать, уделять внимание всем, чтобы никому не было обидно и так далее. Поэтому, собственно говоря, чтобы мне не было обидно, да? Нет, чтобы твоей подруге не было обидно. Давай я тебе позвоню, что-то как бы это уже превращается, знаешь, в какую-то это. Уговаривание. Мы никому ничего не скажем. Ты сейчас мне продиктуешь телефон с каменным лицом, чтобы твоя подруга не видела, что это делать. Придешь к ней и скажешь, я не дала. Давай, куда мне звонить? Давай чисто вот ради экспериментов. Я просто ради люблю... экспериментов? Да, я люблю эксперименты. Я не люблю эксперименты. Я люблю эксперименты. Слушай, ну это, я тебе позвоню, и мы обязательно увидимся. Никаких экспериментов. Я хочу. Давай, пиши. Вернее, говори. Вернее, пиши. Это он? Нижняя девяточка. Где? А. Так что? Да. Алина. Алиночка, меня Вова зовут. Слушай, ну ты клёвый, ты вредный, конечно, если бы ты была моя девушка, я тебе реально бы просто... Я вредная, я бы тебя перевоспитала, я бы тебя... Нет, женщину свою любимую нужно носить на руках. Понимаешь, но смотри, при этом она... Я выслала. Ну, как бы нужно ее под себя как-то потихонечку переделывать, это очень важно. Ну, конечно, если без этого не интересно. Согласна. Сейчас я тебя верну. Пока нас не подруга. Верните к подруге. Тихо, тихо, тихо. Здорово. Здорово. Короче, дети мои. Я смотрю на грудь, но я понимаю, что, ну, как грудь и грудь. У всех есть грудь. Все, давай, чеки. Давай, супа. Ай, давай, ты свои. Тебя целовать нельзя, да? Нельзя. Тогда просто обнимашку. Все, давайте. Давай. Я тебя наберу. И хорошо. Это, ну, не выпендривайся. Я такая. Надо меньше это делать. Мужчины, они, понимаешь, они не все такие настойчивые. А я хочу настойчивого. Нет, они, я тебе говорю, они чтобы не все. Чтобы мой мужчина был настойчивым. Для меня смотри, это важно. Для любой женщины это важно. Да. Даже мой мужчина, это он настойчивый. Просто вот бывает, что он настойчивый, сука, вот во всем, да, там, в бизнесе, в спорте, где угодно, в целях. Но с женщиной он немножко подсывает. Вот. И когда ты вот прям так вот прям себя ведешь, он, прикинь, ты можешь реально прощелкать лучшего мужика. Может, я настойчивый, но я по жизни, например, распиздяй, ты же не знаешь, как. Это, конечно, самое важное качество, но я считаю, для мужчин самое важное – это стрессоустойчивость. Мы еще поговорим. Все, ты клевая, пока. Пока. Здорово, мужчина, это Шамшурин, как ни странно. Прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, в котором меня, кстати, отошьют, если можно так выразиться. Это к вопросу о том, что все ситуации, они нейтральные, и то, как ты к ним относишься,
только тебе выбирать. Кто-то отнесся бы к этому, да, меня отшили, кто-то бы отнесся к этому, да и хрен с ней, значит, это не моя женщина и так далее. Ну, не суть. Либо предыдущие, либо последующие видео как раз об этом. А сейчас информация такая, что у меня для тебя крутая новость. В воскресенье 16 числа в 20:00 по Москве у нас состоится бесплатный, это ключевое слово. Наконец-то Шамшурин, сука, перестал бродить. Если серьезно, у нас состоится бесплатный вебинар на тему, как разрешить себе знакомиться с девушками или как начать подходить к девушкам. Он состоится 16 числа в воскресенье в 20:00 по Москве. Ссылка для записи на него под этим видео. Также, если ты еще не успел записаться на тренинг «Практика», который стартует уже вот-вот, прям вот-вот, и осталось совсем чуть-чуть мест, группа практически доукомплектована, то ты успеешь еще это сделать, если также нажмешь на ссылку под этим видео. Забронируй себе место, получишь теорию и придешь на практику, на которой вместе с тобой я и мои тренеры будем лично вместе с тобой вдвоем и там со всеми остальными ребятами ходить в полях, воплощать эти задания, ну, скажем так, в практику. Вот. Ни один человек не уйдет оттуда прежним. Результат не заставит себя ждать, это будет прям молниеносно ощущаться результат. Поэтому еще раз, значит, 16 число, воскресенье, 20:00 по Москве, ссылка под видео, бесплатный вебинар на тему, как разрешить себе знакомиться с девушками, как начать подходить девушкам. И, соответственно, 20 по 23 в Москве тренинг «Практика», последний в этом году. Ребята, приходите, если нужен пинок, толчок, охрененный старт, совместно с нами бок о бок вы будете делать практику. Также ссылка под видео. Все, смотрите подход дальше. Пока. Я, короче, только к тебе иду. Подожди секунду. Нет, смотри, серьезно, я сейчас могу тебя отвлечь на минутку? Нет. Ты можешь притормозить? Ну, ты же воспитанный. Мне такси просто. Я понял, но такси, оно же, как говорится, никуда не денется. Ты такая с губами, а тебя ждет такси. Не, я смотрю, ты стоишь такая вся клевая. И думаю, надо подойти посмотреть поближе. А ты раз и бежать, что такое, что за подстава, блин. Ты красивая, да, у тебя волосы такие прям такие. Ты настоящие. Как тебя зовут? Люба. Люба, любовь, офигеть. А, Надежда умирает, последняя любовь, она как предполагает. Давай чуть в сторонку, прям это. Любовь, она предполагает это. А не, лучше нет, с дороги сейчас. Меня смущает? Не, меня, я тебя не трогаю, не, просто я хочу тебя спасти от мимо идущих людей, а ты... То есть ты не любишь, когда тебя мужчины трогают? Незнакомые? Не, ну допустим, меня же Вова зовут, мы же познакомились. Ничего не знаю. Нет, я сейчас исключительно с целью безопасности. Как бы трогать по-другому, я планировал тебя там при какой-то следующей встрече, вот. Ну, хорошее слово. А тебе сколько лет? Прям молода. Молода. 27. 20? Офигеть. Я думал, где-то ранее 20-ки. А ты где-то тут работаешь, ты вышел с работы и... Собеседование. Ищешь работу. А кем ищешь? Может, я тебя к себе возьму? Да. Что, не похожий человек, который может взять тебя на работу или что? Или, то есть, в твоей картине мира он должен быть в костюме, там, не знаю, в черевичках блестящих и говорит, а здравствуйте. Ну, правда, не, все нормальные чуваки так и выглядят, кстати. А кем ты ищешь работу? Помощником руководителя. Все красивые женщины ищут работу помощником руководителя. То есть, это как бы природная тяга ближе к руководителям, к высокоранговым мужикам, да, там, как говорит какой-нибудь, там, не знаю, Денис Байгужин, прости меня, Господи. Слушай, ну да. Про Дениса Байгужина знаю. Ой, не дай бог, это. Я надеюсь, что... О, отлично. Я надеюсь, что это, ты не скажешь, что я у него была там или что-то еще. Это, знаешь, вот это вот... Ну, в принципе, эти баба-тренинги в последнее время, может, есть хорошие, наверное, я не сомневаюсь, но самые такие хайповые – это просто засирание мозга уже без того, там, скажем, мало востребованных женщин. Ты же востребованная женщина. У тебя прямо такой нос, как у востребованной женщины, как мне нравится. Мне на него хочется иногда нажимать, так, знаешь, как, чтобы такой пи-пи. Давай увидимся. А ты местная? Да. Ты ленинградка? Да. Ленинградка у меня ассоциируется с квартирами. Есть квартиры? Последний год был Ленинград, город, когда я родилась. И ты успела, короче, заскочила в последний вагон. Да. Любовь. Я хочу тебя увидеть еще, давай попробуем.
Если, конечно, ты не влюбишься в своего руководителя, как иногда бывает. Ты смотри, это, мне истории рассказывали, когда прям старперы такие лет 60, короче, говорят, Любочка, зайдите ко мне. То есть, представляешь, какая хрень? Ладно, все будет. Такого рода конфликты я ушла. Но видишь, как бы это обратная сторона медали, да? То есть, с одной стороны, красивым женщинам ну, больше плюшек там в жизни, да? А с другой стороны, там есть и минусы. Видишь, какая херня? То есть приходится, не знаю, там, а ты усы не пробовал наклеивать, когда приходишь на работу и говорит, ну, здравствуй, я просто с усами. Но они все равно так или иначе ищут девочек, которые симпатичнее. Да, но это какая-то вот странная хрень, да, то есть вот... Почему? Это как лицо. Ходит человек к нему. Не, для меня помощник руководителя – это тот человек, который, ну, в первую очередь может решить любые задачи. Конечно, да, то есть, а если это еще замещается в одной женщине, это вообще пипец, потому что сейчас я тебя закрою от солнца. Вот так видишь, на тебя светит, а так нет. У тебя даже зрачки такие, знаешь, что больше, что меньше. Они сейчас с пульта прибавляют. Давай увидимся, потому что мне тоже некогда. Мне уже там надо в Стокман найти товарища встречать. Я могу только в социальных сетях добавить. Телефон я свой не дам. Ты все скажи, сейчас я закончу, когда дождусь, когда закончишь говорить. Да. И потом я скажу нет. Вот смотри, сейчас посмотри на это невозмутимое каменное лицо. Нет. В смысле, а зачем все усложнять? Ты же как помощник руководителя должна понимать, что как бы усложнять ничего не надо, надо наоборот упрощать. Не, смотри, есть какая-то причина? Я не знаю. Классные парни, это не твое. А это про меня сейчас. Я не знаю. Офигеть, а то есть ты считаешь, не могу быть спокойным и молча сидеть с тобой, не знаю, на берегу моря или в лесу, не знаю, или где-нибудь и гладить тебя по голове? Что? Не, ну, мужчина, он должен быть разным, понимаешь? Иногда ему хочется жестко оттрахать свою женщину, иногда ему хочется ее спасти, там, погладить по голове, не знаю. Иногда ему хочется ее согреть, то есть, ну, это нормальная вещь. Ехать, а ты сидя, что слово оттрахать смущало или что? Нет, я могу. Нет, подожди, ну, мы закончим, 30 секунд, ты же воспитанный, я вижу, уже ухожу. Мы заканчиваем, я говорю, мне пора ехать. Ну, я, смотри, я привык ты людям звонить. Человек должен понять, что мне пора ехать. Смотри, сейчас, тихо, я закончу. Я привык людям звонить. То есть, если человек, ну, как бы усложняет, я думаю, тогда не надо. Потому что звонить тоже нужно один раз, если человек не берет трубку, ну, зачем? Значит, я сложный человек. Я позабыл, как с ним попрощаться. Давайте, давай, хорошего собеседования. Пока. Спасибо. Офигеть, ты сама здоровая. Ты как истинная принцесса. Так это. Ты просто в платье принцессы, поэтому ты, наверное, это, здороваешься сама как принцесса. Да нет, это просто. А ты что как принцесса нарядилась? Это же как-то не по-питерски. Почему это? Где там, не знаю, татуировка вот так на все лицо, вот так там, не знаю, меня надо, родили мама и папа. Я сделала. Где этот самый, не знаю, какой-нибудь капюшон хипстерский? Я это поменяю имя. А ты можешь на минутку? Сейчас 5 секунд, мне надо просто сделать. Ты с одного телефона что-то перекидываешь, да, на другой, да, телефон. Офигеть. А у тебя здесь либо царапки, либо это, да, а, я думаю, это крем. Это а я вылазила из стола. Сейчас, что ли? Да. Слушай, как тебя принцесса с царапками вообще? На... Потому что мне мужчина не подал руку. А почему мужчина тебе не подал руку? Пришлось расцарапаться. Как так-то? Так что вот. Сейчас, я 5 секунд. Да я жду. Ты куда бежишь? Я туда. Гуляешь? Понятно. Не, а я по работе. Понятно. А ты откуда туда бежишь, принцесса? А я оттуда бегу. Как тебя зовут? Светлана. А что, тебе не холодно вот так вот в платье принцессы? Нет, все хорошо. А ты всегда так? Меня Вова, кстати, зовут. Да, я Светлана. А ты всегда так ходишь? Нет. Но... Нет. Или сегодня событие какое-то? Нет, я вообще всегда хожу там. Нет, ты говоришь, ты всегда ходишь, я понимаешь? Я что, бросаю глаза на фоне? Нет, я тебе серьезно говорю, то есть на фоне серой массы, скажем, питерского населения, ты прям такая... Ну так я горячая девушка с Урала, видишь? Я, ты с Урала? Да. Откуда именно? Я с Челябинской области. С Челябинской. У меня, короче, друг родился в Челябинской области, так я не помню, как город называется. А, Усть-Катав. Да, ну где-то рядышком с нами. Вот, от тебя пахнет каким-то вкусняшками, мне кажется. Ты не только выглядишь как принцесса, да, еще у тебя вот здесь это. Спасибо. Такие веснушчатые, да, это значит, да, что ты это, где-то меня в глубине души рыжий человек, понимаешь? Да, 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 да. А ты и есть такая, да, немного рыжеватая. Я сейчас просто маленечко опаздываю. Смотри, сделаем так, раз ты опаздываешь. То есть я возьму твой номер телефона, у тебя крутые часы. Да, давай, записывай. И то есть, когда будет время. Давай.
ты мне позвонишь. Давай, ты сама напишешь просто, чтобы... Давай. 981? Нет, и это... Так. А где у тебя 8? А нет у меня 8, у меня без 8, понимаешь? Все, давай, принцесса, давай, тебе бобра. Так, пока. Так. Пока.